Ребята, мы мальчика везем в клинику, надо сделать снимок, что у него с горлом. У него опухоль на горле и гноится. Не поймем, то ли прокус, то ли что-то было, рана. В общем, ребенка надо срочно показать врачу. Состояние у него тяжелое. Дай бог, чтобы нам помогли. Ну что, мой хороший, сейчас осмотрим тебя, снимок сделаем. Да? Назовем Томасом. Все будет хорошо. Взвешил? Сколько вес? Лиля, взвешила? Сколько вес? 25,5. Хорошо. Меня опухоль волнует на горле. Поднимешь? Хорошо. Наверх, на второй этаж. Поднимайся, пожалуйста. Несите меня, несите, да? Так. Ну, хорошо, сделаем снимочек. Нам главное мордочку. У него что-то гноится, непонятно что. То ли зубы, то ли что. Сейчас, мой хороший. Ну что, мой хороший? Мы не можем тебе помочь, детка. Нижняя челюсть сгнила. Мы можем только облегчить, чтобы ушел. Уснул старичок.